Арчи поступил с множественными рваными ранами. У него затронута четырехглавая мышца на правой ноге, получается. Ой, на левой ноге. Там глубокая достаточно рана, все достаточно хорошо поражено инфекцией. Это видно, очень такой запах неприятный стоит. Второй момент, у Арчи сломана правая нога в области бедра. Перелом, скорее всего, не свежий, но достаточно нарушающий функциональность конечности. Либо он был уже до этого, еще занос сломался, либо перелом был получен еще ранее, да, до получения вот этих остаточных травм. На данный момент что сделали? Сделали забор посевов, выбрили полностью всю заднюю часть собаки, чтобы нормально визуализировать проблемы все наши. Вот. Сделали рентгенографию. На первичной рентгенографии таз целый на данный момент, позвоночный столб без изменений. Да? Вот именно есть изменения в периферическом скелете, это именно в бедре. Ну и поражение мягкотканных структур. На данный момент что будет делаться? Это обезболивание комплекса, антибактериальная терапия. Сейчас посевы придут, будем по ней корректировать уже дальнейшие наши действия, потому что нужно подбирать антибиотики будет в любом случае, потому что может быть достаточно что-то патогенное там сидеть. Вот. На данный момент пока именно комплексная терапия по поводу бедра, это не раньше, чем через неделю мы будем поднимать вопрос о его стабилизации, потому что много инфекционных очагов, на основании которых мы сейчас не можем туда залезть, потому что если в кость попадет инфекция, мы получим остеомиелит так называемый. Как только собака восстановится по мягкотканным структурам, будем заниматься уже костью. На данный момент пока нельзя этого делать, то есть выполнять ее остеосинтез, по той причине, что большой риск занесения инфекции именно в кость, получения остеомиелита, так называемого. По прогнозам по опороспособности на данный момент все с осторожностью, учитывая, ну, перелом-то это стабилизируется, дальше придется разрабатывать ногу, это очень важный момент. Потому что будет сейчас уже и контрактура развиваться, и проблема с той ногой, которая покусанная, там тоже затронуты важные структуры. Собака-то ходить будет, но проблемы именно с адекватностью передвижения – это дело времени. То есть, ну, как бы вот так. Уважаемая моя большая дружная семья, обращаюсь к вам с большой-большой просьбой. Давайте спасем Арчику все его лапки. У собаки очень плохой перелом лапы. У него рваные раны лапы, там просто страшно смотреть. Сегодня я оплатила клинику 50 тысяч, но это только начало. Лечение будет долгим, длительным. Я обращаюсь к каждому из вас. Давайте, Арчи, спасем жизнь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.